Тех, кто стал ярким фанатом рыбных деликатесов у торгового центра «Премьер», с каждым разом все больше. Это и неудивительно. Знают, куда идут. Известие о прибытии в Рязань выставки продажи «Икра» и «Рыба камчатская» горожане уже ждут с нетерпением. Мы икру купили, белорыбицу и чавычу кусочек. Уже несколько раз покупаем, очень вкусно. Икра считается чавыча самая крупная. Очень вкусные. Витамины, микроэлементы, омега-3 в обязательном порядке. Нам, таким пожилым людям, обязательно нужно кушать икру и рыбу. И это очень-очень приятно, что такая забота о нас. Чавычу купила, белорыбицу купила, икру. Хорошо, ребят, торгуют и быстро, и вкусно. А что, брали, если не секрет, в прошлые разы? Икру, белорыбицу и красную рыбу, по-моему, двух видов. Белорыбица, омуль, муксун, палтус, чавыча, нерка, зубатка и многое другое. Настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края – экологически чистая продукция. По телевизору видела рекламу и решила рыбку купить. Красное чавыча в филе хочу взять и икру. Прошлый приезд был, я покупал их и красную икру, и рыбу красную, и белую красу. Нас всех удовлетворило это. За икрой, за рыбкой, для ребенка. Даже не пробовала ни разу. Не пробовала. Но запахи аппетитные. Все нравится. Все, что есть, все нравится. Здесь вся рыба хорошая. Зубатку будем брать. Я думаю, что чавычу возьмем. И икру, наверное. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи икра и рыба камчатская расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 20 февраля включительно. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».